Районный смотр-конкурс проходил два этапа. Первый этап, поселенческий, проходил в марте в сельских клубах и домах культуры. В первом этапе приняли участие 370 артистов. 23 лучших номера, отобранных комиссией, зрители увидели на сцене Бавлинского дома культуры. Сегодня на гала-концерте у нас выступило 150 участников, любителей творчества. И мы, наверное, сделали такой вывод, что вот такие вот смотры, конкурсы, они нужны не только для населения, но чтобы вот их видели у нас в районе, чтобы эти творческие коллективы, благодаря кому мы процветаем, и наши сельские дома культуры, вот эту вот задачу, я думаю, что очень хорошо выполнили, потому что это была кропотливая и объемная работа. В этот день со сцены звучали народные современные песни на татарском, русском, чувашском и удмуртских языках. Большинство композиций было посвящено любви к родному краю и дружбе. Мы приехали из села Кызылъяр. Ансамбль песни и пляски «Навруз». Поем песню «Бірлігін». Надеемся на хорошее выступление. Наш ансамбль «Тарават» существует уже много лет. Я, правда, пою в нем еще лет 6 всего. Вот, в нашем Доме культуры проходят репетиции, да, и мы вот готовимся ко всем вот этим фестивалям регулярно. Вот. В этот раз песню пели о любви, о дружбе, о вот наших национальных колоритах. Хореографические коллективы исполнили танцы народов Поволжья. Зрители слушали мелодии русских и татарских авторов на народных инструментах. По мнению участниц ансамбля «Калинушка» из села Измайлова, с приходом весны хочется петь только светлые красивые песни. Сегодня для нас большой праздник, для жителей села. Сегодня вот фольклорные ансамбли приехали выступать. У нас очень много национальностей проживает на территории нашего Бавлинского района. И мы рады, что каждой национальности идет большая поддержка. Мы вот лично поем на русском языке, на удмуртском языке. И очень рады, что мы прошли финал этого конкурса. Будем продолжать также работать. Спасибо районному руководству, отделу культуры района, что нас поддерживают. Мы будем продолжать петь, жизнь продолжается, и мы будем продолжать петь. Во время награждения участников заместитель главы администрации Бавлинского района Ринат Хамидуллин отметил важность проведения подобных смотров. Такое воспоминание прошло. Наверное, мы были правы, когда в далекие 90-е годы мы организовали в нашем районе национальные культурные центры. Это русские, татарские, чувашские, удмуртские. И вот посмотрите сегодня, какое многоцветие талантов нашего муниципального района мы можем лицезреть на этой нашей самой большой сцене нашего города и района. Все участники смотра были награждены дипломами в номинациях «Лучший танцевальный коллектив», «Вокал» и другие. Вокальный ансамбль «Рябинушка», Измайловский сельский клуб, руководитель Рима Попова. Мария Кандаурова, Артем Артемьев, БРТ.